Всем салам, ребят, с вами снова я. Сегодня мы на клуб РПГ и покатаемся сегодня на машинке. Но давайте-ка просто посмотрим на все мои машины. 129 автомобилей. 129, ё-моё. Но несмотря на это, мы сегодня будем кататься на одной из таких. То есть вот, BMW? Нет, точно не BMW, давайте Mercedes. Какой-либо-нибудь, но это уже будет потом. Давайте пока просто поговорим. Как у вас дела? Как у вас настроение? Чем у вас новенького? Рассказывайте. Ну, у меня пока что такое себе, потому что я, ну, давненько так не сдал математику. Конечно. Конечно. Конечно! Этот Кадиллак самый старый. И он покрашен в золотой цвет. Потому что я его люблю. Также, чтобы рассказать. Чтобы рассказать, чтобы показать. Чтобы такого прям интересного было, чтобы познавательно и познавательно. Два раза познавательно, ну ладно. Три. Ну, познавательно. Четыре. Познавательно. Пять. Все, это юбилей. Так, у нас здесь дом. Мой дом. Красивый мой дом. Сколько я его уже не оплачивал? Интересно. Давайте-ка включим скины. Скинс. И вот наши скины. У нас есть CJ, ну, все тот же. Сопротивник с Собр, Фред, Лондер. Окей, парень 2, Трикси, девушка 1, LS Families Gangs. То есть Лос Сантос Гэнкс, ну, то есть Гангс. Девушка 2 и Крокодил Гена. Вы меня часто видели с девушкой 2. Ну, а сейчас давайте ставим. Посмотрим. 24 дня. Маловато. Получается, оплачиваем на 7 дней. Все, идем дальше. Будем оплачивать и забирать деньги с бизнесов. Ну и оплачивать хаты. А вот и мой бизнес. Это у нас очень большой бизнес, вы его видели. А, ну конечно же, штрафы. А, ладно, давайте не на Кадиллаке, давайте на болиде, потому что он летает. Где болид? Где мой болид? Где болид? Где мой болид? Вот мой болид. Все, поехали на болиде. Бац, ляпс, все, готов. Так, я забыл. А, вот он, все, нормально. Нормально, все нормально. Так, был бы я сейчас на Nef Times, сколько бы пробега было на этих тачках? Мало, потому что я на них не катаюсь. Так, 8 штрафов. Да, такой, значит, молодежно, мало. Мало, очень мало. Так, что у нас есть? Мы, кстати, реферальный код нет, хотя, в принципе, он есть. Реферальный код у меня сутер. Так что, кому интересно, то вот вписывать. Я тут, в принципе, никто не играет, поэтому... За мои 2 года игры на сервере Клуб РПГ довольно-таки много чего поменялось. Например, у меня есть самая дорогая хата за 5 миллионов. У меня был бизнес клановый, которого я благополучно потерял. Да, потерял. И еще у меня есть 3 бизнеса за... Ой, 2 за 780 тысяч и 1 за 80 тысяч. Но также есть дом за 5 миллионов, за 1 миллион и за 25 тысяч. Ой, за 250 тысяч. В дальнейшем хотелось бы что-то еще, но что-то еще уже лень. Поэтому вот так как-то. Несмотря на то, что я сейчас на BMW, да, кстати. BMW я не сильно люблю, но несмотря на это, мы все равно катаемся. Так. Старт лифт. Оп, а, его нет. Окей, тогда бонус. Что поменялось? Поменялось вообще все. Кадиллак хорошо, что здесь. Кадиллак. Пошел нафиг, это BMW. Так, повторяю один раз. Получится, не получится, пофиг. Оп, 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 получилось. Получилось. Я крутой. Поехал. Так. Сталинград. Ленинград. Вывести 4000. Нормально, 3000 вышло. Платить. На 9... Нет, на 7 дней. На 7. 105. Нормально. То есть за хату мы заплатили 1400, а тут мы заплатили 105. Бензин кончился. А, понимаю. Бугатти. Все дела. Так, ну давайте покатаемся тогда. Росси. Кто знает меня, то точно знает, что я люблю, во-первых, Газель, Кадиллак. Кадиллак, конечно, на первом месте, но Газель на втором. Потом Хозяйка. Это Королла 98 года. Ну и Королла 13 года. Ну, вот так вот. И потом я люблю Хаммер, Рам, ну, точнее, Додж. Любой, кстати, Додж, Рам так особенно. Но вообще мне нравятся все тачки. Ну, кроме BMW, конечно же, ну и всего остального. Так, вывести 8 тысяч. Ну, 7, да, 8 тысяч получилось. Ну и также я люблю Rolls-Royce. Кстати, безумно люблю Rolls-Royce, я даже его рисовал. Вот этот Rolls-Royce, когда я себе купил. У меня было здесь, кстати, порядка, ну, наверное, 6 Rolls-ов уж точно у меня было. В один момент мне так захотелось, что я купил за раз 3 Rolls-а, и у меня было еще 2 Кулинана. Это вот когда добавили Кулинана, я тогда их купил, да. Ну, а сейчас мы поедем с вами на... Так, Лос-Сантос. Да, в Лос-Сантос надо платить
ДБ и оплатить хату. Так что вот. Безумно нравится. Особенно, вот, знаете, вот когда у тебя прорисовка хорошая. Вот, кстати, вот сейчас какой кайф. Я снимаю, у меня 60 FPS. Это максималка. Так. Очень красиво. Очень. И пошел дрифт. Что-то как-то жарко стало. Голова заболела. Давление поднялось. Капец, я что, старый, что ли? А, без разницы. Снимаем и выглаживаем деньги сюда. Уф, красиво. Так, вывести. Вывели. Оплатили. Оплатили, говорю. Камон, дай работать. Раньше, помню, работал здесь. Прям было столько прикольного. Четвертый левел, найс. Четвертый левел. Ладно. Где бонус? Так, давайте бинт напишем. Бинт. О, 5. Бонус. 5. Оп, все, дали. Все, сколько нам, кстати, левела надо? О, у меня 81. Нет, это 81 клад. У меня 86 левел. У меня 8800. Нормально. Нормально. Так что едем дальше. Я так его безумно люблю, особенно своих подруг. Очень люблю своих подруг. Очень сильно люблю. Очень. Так. Очень или отчим? Так, а какое правильное русское слово? Так, нет, отчим это связано. Нет, отчим это что-то с другим связано. Кстати, тут хата стоит. Я ее потом куплю. Вот именно тебя я куплю. Я тебя куплю. Я тебя возьму себе. Ты будешь моя. Только моя. Какие растения большие? Какой подушка большой? Какой большой машина? Какой большой дорога? Какой большой дом? И это мой дом. Это моя хата. Да, кстати. Вот таково вот быть богатым. Вот знаете ли. И у меня ноль бензина. Я бедный. Оплачиваем. А, понял. Понял. Оплачиваем так же, как за ту хату. Кстати, хотя звук поменять. Ну ладно. На демоне поеду. Кстати, я довольно-таки очень. Ну я вообще сюда мало захожу, на клуб. Но мне нравится демон. Мне нравятся вообще все доджи. Особенно. Мне нравятся все американцы. Так что поэтому вот и само дело. То есть у меня тут не было неделю, потому что надо оплатить было на неделю. Что за люди, интересно, здесь играют? Не, конечно, прям буду патриотом сервера. Да и вообще, буду патриотом трех серверов, на которых. Ну как, трех. Ну, двух. Ушло. Ну хотя нет, на трех, да. Я буду патриотом трех серверов, потому что мне они очень сильно нравятся. Ну а так, кто. Какой сервер мне больше интересно симпатизирует? Так, ну больше всего, конечно, времени я провел на клубе. Тут видео тоже с клуба больше, но потому что это все из-за компьютера. Ну а так. Сложный выбор. Ну не дальнобой. Дальнобой он такой, чисто среднячок. Ну то есть вот так вот мы будем с вами прощаться, потому что я зашел чисто оплатить. Давайте снимем здесь видео. Про дрифт. Так что, всем до свидания, всем пока. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, люблю вас. Обнимаю, поднял, подкинул, поднял, не поднимал. Что? Ладно. И вот так вот заканчивается очередной ролик. Голосовой, звуковой, на додже. Додге. Реально. А как он читает? Додге. Сналангер. СРТ. Демон. Все. Да. Додге. Саленгер. СРТ. Демон. Демон. Димон. Ха. У меня брата так зовут. Ошалей. Димон. Это мой брат. Давайте в голубой. Во, все, он будет в голубом цвете. Опять деньги тратить. Кстати, у него уже 79 тысяч. Я богат. Я богатый весь персачи, деньги кручу вокруг пальца. Так, нет, это не то. Давайте-ка попробуем поменять. По краскам. Я ни на что не намекаю. Вообще ни на что не намекаю. Но мне нравится. Теперь его зовут Дима. Как мой брат. И он тоже голубой, кстати. Выбрать диски, нет. Перекрасить диски. Примите. Вот так заканчивается наш ролик. То есть, да, вот именно вот так вот заканчивается наш ролик. Также вот такой вот у нас голубой додж, потому что я хотел сделать похожим на брата. И он, в принципе, похож. Вообще, я брата своего очень сильно люблю.
Ну, если бьет, значит любит, а у него уже спина болит. Так что все хорошо. Так что, ребята, всем до свидания, всем пока. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Целую, обнимаю, все подкинул, поймал, наверное, когда-то. Сильно, что ли? Ладно, то есть досик. Попудри носик. Досик, попудри носик.